вот и зона кемпинга. Опа! А вот и уже заезды сюда, видите, никакого нет, ни шлагбаума, ничего, все. Нету. Прикиньте. Того, который был на тот момент, когда я была здесь много лет назад, наверное, около 10 лет уже прошло, когда я здесь рыбачила с ночевкой. Ну вот едем, едем выбирать. Людей очень много, все места заняты. Я только надеюсь на то, что дальше будут более обособленные места, на которых можно будет, в принципе, разместиться. Доехали почти до самого конца. А здесь получается, что, ну что, больше всего людей, да? Дрова какие-то валяются. Очень здесь был, наверное, сильный ветер, потому что много деревьев повалено. Много людей. Здесь вот у меня может быть рыболовное место. Лебедь. Кувшинки. В принципе, мне кажется, что заброс возможен. Но там можно установить лагерь и полностью себя закрыть от людей. Привет, друган. Привет, друже. Единственное, что, ребят, вот сейчас смотрю, вижу, что дальше... Ого, как ты близко подплываешь. Ты приколист, шо? Шо, я тебе нравлюсь, да? Ой, ты красавец. Какая-то. Уединенное местечко такое. Прекрасное. Сюда рядом никто не подсядет, ни под это, ни подловит из-под тебя. Ловить можно, наверное. Наконец-то я могу сказать всем привет. Всем привет, друзья! Вы на канале «Контрольная рыбалка». Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями, друзья. Я в очередной раз на рыбалке. Это очередной выходной. Я приехала на Вилейское водохранилище. Вот такие вот дела. И буду здесь две ночи, до воскресенья. Сегодня пятница вечер, и буду я здесь до воскресенья. Полянку сейчас, конечно, нашу придется немножко подобрать, потому что есть мусор. Но нам сейчас главное запастись дровами. Дровами запастись и установить палатку для ночлега. Скорее всего, я не успею сегодня половить на фидер. Вы не поверите, на чем я приехала на рыбалку. На рыбалку я приехала на пассатике. Вы все думали, что я его куда-то дула или куда-то продала, или избавилась, как говорили многие. Но он есть у меня. И я на нем приехала на рыбалку, потому что отдала Дастер по гарантии подправить некоторые мелочи. Друзья, будем. Ребят, ночевать будем в палатке шатре Морж. Пол, ребят, теплый. Несмотря на то, что сейчас лето, может, придется затопить печку, чтобы дольше сохранялось тепло, меньше влажность была. После того, как пришел именно этот пол, уже летний, я практически не ложила. Поставим туда вас, подушечки. Вот здесь окно, здесь можно какие-то полезные вещи положить. Раз, два, каждое окно открывается, сетка москитная есть, можно проветривать. Ну и плюс ко всему здесь возможно установить печку. Печку будем устанавливать здесь, поэтому с этой стороны сейчас установлю вторую раскладушку. Очередную сумку, ребят, заношу в палатку. Оп, смотрите, как уже здесь хорошо, очень хорошо. Правда, ни кухни, ничего с собой не взяли, потому что посад, ну извините, посад не способен это все вместить. Хорошо, что у нас вот и так это все есть. Трохи будем накренены, но в любом случае. Моя шикарная электропила, которая работает от двух аккумуляторов вот таких, оп, уже собрана.
И сейчас пойдем подготовим себе дровишки на ночь. Баллоном, типа разжигака. Прикиньте. Не знаю даже, что делать теперь. Распалим, не распалим, непонятно. Непонятно. Надо, чтобы троху дрова взялись. Надо немножко погонять комаров здесь, ребят. От себя. А то они тут с ума сходят. Комаров, ребят, очень много. Очень. Забросить две закидушки, ребят, все-таки не дела, чтобы не были заброшены. Вот сейчас их заброшу, чуть позже сделаю прикормку. Потом начну потихонечку корм, кормушку добавлять. Одну поставила на червя, надо ее уже проверить. И вторую поставлю на опарыш. Теперь сейчас нужно поддерживать, успевать костер его горения, потому что нету этой разжигаки, и нужно делать шашлычок, который я замариновала еще дома. Самая нужная вещь — это газовая плита, ребят, на природе. Я вам говорю. Неважно, какая там, ну, где там пьеза, не пьеза. Главное, чтобы она была. О! Вы увидели? Чуть не завалила она меня. Импровизированная сковородка. Потому что забыли сковородку. Поэтому будем жарить. На чем будем жарить? На кастрюльке. Все. Пускай начинает жариться. Ну и теперь, ребят, конечно же, нужно замешать прикормку. Ну как же, я, когда у меня есть свободное время, этого не сделаю. Тем более на леща. Лещ любит инертную прикормку, которая чуть-чуть отстоялась. И сейчас я хочу замешать лещ спорт сладкий. Сладкая питательная прикормка среднего помола. Содержит крупнофракционные цветные добавки, коноплю и лен для максимально длительного удержания рыбы в точке. И второй вид корма. Это питательная прикормка черного цвета среднего помола с добавлением крупных фракций. Лещ черный. Для чего так делаю? Потому что я знаю, что здесь дно песочное, но здесь рыба зимой любит исключительно темный корм. Она не любит такой. А я хочу мешать. Как обычно. Карась, арома, секроп. Ну-ка. Просто обалдеж, обалдеж. Блин, это просто обалденно. Я заливаю сюда. Горит костер, ребятки. Слава богу, слушайте, получилось его распалить. Но без костра бы было бы совсем бы скучно. Ребят, уже которую рыбалку использую шуруповерт. Редверк меня более чем он устраивает. Легкий в эксплуатации. И еще ни разу не пришлось, кстати, заряжать батарейку. Что касается пилы, многие спрашивали, насколько хватает одного заряда двух батареек. Я могу вам сказать, что лучше заряжать эти батарейки, если вы покупаете у вас их только две, каждую рыбалку. На каждую рыбалку. Это единственный минус. Единственный минус этой пилы. Листочек поджарили. Видите, какая красота. Ой, обожаю. В одной сумке вожу все с собой кухонные принадлежности. У меня здесь есть и доска, и разные тарелочки. В том числе тарелки, из которых я сушу. Это ваши жвирки. Так. Мне пригодятся, наверное, сейчас вилочки, потому что я буду кушать лисички и тарелочки. Все.
Вот так. Я успела, ребят, прикиньте, заехать в магаз. Подумала, почему бы и нет? Почему себя не побаловать шашлычком? Это просто красота невероятная. Невероятная. Нужно будет обязательно спрятать кастрюлю, потому что я уверена, что какая-нибудь животина из леса может украсть мое мясо. Чтобы шашлычок был еще вкуснее, как говорится, ребят. О, ребят, какие вкусняшки, посмотрите, какой гарный шашлычок, а? Какое гарное мясо. Огонь просто. И опа. О. Приятного мне аппетита, как говорится. О, видите? Поклевка, ребят. Поклевка какая-то, видите? Опа, сюда. И сюда. Сейчас посмотрим. Ого, что-то хорошее, ребят. О. О, и видите, обоела всего опарыша. Ну что, мы его давайте с вами по традиции, по нашей устоявшейся, для того, чтобы у нас дальше рыбка клевала, отпустим. Плыви, друган. И проверим, что у нас есть здесь. Ага, и здесь какая-то мелочевка. Ну, червя вот лучше не ставить. Как видите, там кто-то плывет. Кто это у нас плывет? Ой, это у нас ёрш. Нифига себе. Я уже ёршей давно, ребят, не видела. Когда сказали, что у тебя есть макияж, и ты всегда красишь только губы. Ой, как же хорошо. Утром прохладной водичкой помыть голову, почистить зубки, попить кофейку и пойти ловить рыбку. Рамс, давай расскажем всем, что я сейчас в штанах Финтрейл, флисовых. Вот. И мне их абсолютно хватает, и мне совсем не холодно. И знаете, что я хочу в следующий раз? В следующий раз я хочу приехать сюда на своей машине, на Тастере, с прицепом, с лодками, и поехать ночевать на острова. И будет 24 часа выживания на островах. Лайфхак. Если не хотите, чтобы у вас остыло кофе, поставьте его на теплообменник, и тогда он будет горячим. Солнышко только начинает вставать из-за горизонта. Я думаю, что мы успеем рыбку половить, учитывая то, что клюнуло с двух закидух, и при этом я не искала ни точки, ничего, просто бросила куда попало. Это хороший индикатор того, что здесь есть рыба. И, конечно, я ее поймаю. Конечно, я ее поймаю. Хочется чуть-чуть, ребят, открыть. Чтобы чуть-чуть больше света дать. Это ничего не видно. Надо открыть. Комары все равно не залетят, потому что здесь есть москитная сетка. Кофеюсик, утренний кофеюсик. По лучшим традициям устоявшимся, друзья. Нужно выпить кофейку, конечно. О, только закипела водичка, хорошо.
О, ребятки, вот смотрите, вроде бы костер ночью потух, но на самом деле угли как будто тлели. И как видите, когда я положила туда внутрь бумагу, все начало браться, и он снова начал дымить. И может разгореться. Идем пробивать дно вместе с Рамсом. Рамс, мы будем пробивать дно. Ну-ка, понюхай. Угу. Сейчас я делаю максимальный выброс. Максимально комфортно, так сказать, для меня. Вперед, естественно. Куда еще? Есть. Тянется что-то довольно тяжело. Не знаю, что там такое. Может, трава, может, какая-то тина. Непонятно. Большой ветерок поднимается. Я отсыпаю себе корм и прячу остальной корм, естественно, в тенек, чтобы он не портился. Ну что, с первого заброса ничего не клюнуло. Это хороший признак. Значит, должно будет что-то клевать. Что я сейчас делаю? Я ставлю мотылька. Ну, красота, ребят, лепота, смотрите. Ай-яй-яй-яй. Камыш вот такой вот гарный здесь. Слушайте, можно даже на поплавок, наверное, пробовать из него выйти. В качестве крупной пранцы у меня будет, ребят, кукуруза. И зоночка, конечно же. О, это мы с вами зацепились. Слушайте, я вот у вас хотела спросить, вы посмотрите, я потому что в своем окне прямо бросаю, а вы куда бросаете? Понимаете? Что вы можете посмотреть просто, что я не к вам бросаю, я бросаю у себя в окне прямо, понимаете? А давайте я сейчас подойду, посмотрю, прямо или нет. Потому что у вас там три окошка. Сейчас я подойду, посмотрю. Вы ж не против, да, если я к вам подойду? Неужели у нас такие с вами прям поляна такая друг к другу ждать? Сейчас он там распутает. Ты какой? Доброе утро. Доброе утро. А какой это? А любой выбирай. А, ну так как-то вы. Видите, вы прям право ко мне кидаете туда. Можете вот так ложить, правильно? Или нет? Нет. Ну, тут же просто место, видите как? Я ж могу тоже взять закидухи 0,3 и 0,4 длину, у меня есть груза по 150 и буду вам постоянно цеплять. Не, ну по-человечески ж можно, просто каждый бросает свое место, правильно? А вы прям туда направо. Есть какая-то рыбка, ребят. Ну, пока миленький подлещичек, но ничего, и то хорошо. Будем сейчас выкармливать. Буду потихонечку добавлять и пшено. И, возможно, животный компонент. Единственное, что я боюсь добавлять мотыля, потому что на мотыля, ребят, может прийти ёрш, которого я поймала с самого утра. Ну, вот такой вот красивый мерный подлещичек. Давайте его тогда до красоты собирать.
чтобы потом я могла показать, сколько я его поймаю за эту рыбалочку. Может, там уже шой сидит. Так. Вполне вас. Да, ребят, вот сидит. Буквально один раз дернула и молчит. Слушайте, вот паскудник, а этот подлещик. Не крупный, а. Что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Или это даже не подлещик? Сейчас посмотрим. Подлещик. Или не подлещик? Что это? А, плотва, видите, хорошая. Ребят, ты чуть когда забыл сковородку, но у тебя все равно есть запасной план. То в кастрюльке что-то пожаришь. То есть вот такая вот сковородочка. Это сковородка, ребятки, от солдатского котелка. Главное, что погода хорошая, можно загорать, отдыхать, можно будет потом даже искупнуться. Я могу сказать, что я собираюсь темповать, естественно, для того, чтобы рыбку выкармливать. Во-первых, потому что очень большая конкуренция со всех сторон, осы опять везде. А вот, во-вторых, потому что мне сказали, что здесь есть лещ, значит, его возможно выкормить. Угу. Ребят, хоть и не крупный, кстати, на тетеринском водохранилище подлещик был крупнее. Здесь порядком меньше, здесь, наверное, раза в два стандарт. Лаврушка обычная. Вот. Ну, я уверена, что если кормить и выкармливать, обязательно что-нибудь придет. Опа. Смотрим, мотылика сейчас вот ставлю. Добавляю. В основном в корм уходит сейчас кукуруза. Почему сажусь здесь? Потому что там, где моя прикормка, уже осы. Они меня уже достали. Лезут на все сладкое, как наша собака. Да, Ромс? Жру из-за капюшончик. Смотрим, кто там у нас. У меня там, ребят, не пучок мотыля. У меня, ребят, два красных опарыша. Посмотрим, что мы. Такая вот красивая плотвичка клюнула на два красных опарыша с дальней дистанции. О. И с опарышем все хорошо. И еще один, ребятки. И еще один красавчик. О, такой вот красавец. Красавец. Ребята, ой, поклевает, я уже счастлива. Тараночка, но все равно я счастлив. Есть, ребятки, еще. Ой, красота. Красота, ребят. Лаврушкин. Лаврушка. Красивая лаврушка. Ребят, не успела перезабросить второй фидер, уже поклевка очередная. Снова. Слушайте, ну клюет один за одним, ну. Только успеваю туда-сюда перебрасывать.
Главное, как мотыль, так сказать, был, и все. Причем даже не нужно давать никакого животного компонента, потому что сейчас прикормку, кроме пшеной каши и кукурузы, я ничего не даю. И мне кажется, кстати, чуть-чуть, даже побольше. Да, чуть-чуть побольше. Чуть-чуть даже увеличился в размере он. Да? Тебя здесь плохо кормят, друган, а? Или что? Почти весь мотыль, который куплен, вообще проскочил в эти дырочки. Это хороший знак, это значит, что он живой и должен сохраниться у меня всю рыбалку выдержать. Поклевочка. На соседней поклевочка. Опа. Есть. Ну, красота, ребятки. Ну, здесь тоже рыбка, видите, какая активная. Клюет одна за одной. Одна за одной. Я ухожу в тенек, поклевок не вижу, вытягиваешься уже объеден. Вот так. Красавец. Ну, дальняя дистанция. Я думаю, мы имеем возможность, если будем ее продолжать дальнюю дистанцию вообще кормить. Вполне возможно, что к ночи даже какой-нибудь лещик придет на точку. Такой вот, не крупненький, но все равно какая разница. Лучше, по крайней мере, чем просто сидеть, правильно? И не получать поклевок от слова совсем. Есть. Ну вот, только забросилась. На этот раз поставила два парыша, если не ошибаюсь, и пучок мотыля, и клюнула быстрее. Ребят, вы не представляете, сколько здесь плавает солитерного подлещика. Все, я отцепил. Он отцепился, он там зацепился за что-то в воде. Ну, позер, да? Позер еще тот. Красиво поклевка была, да? И что, промахнулась? Не промахнулась. На пучок мотыля сразу реакция. Причем с закормленной точкой. Чуть-чуть промахнулась, не попала не в точку, а попала правее или левее. Все, сразу поклевки нет. Так вот, хоть что-то. Хоть какой-то лавровый лист или... О, хорошая плотвичка, смотрите, какая. Это съедобный размерчик. Где? Какая хорошенькая красотка. Пока довела, чуть губу ее не оторвала. Так, на этот раз надела мотыля колечком. Слушайте, тут уже у меня осятник. Опа, оводы появились, нифига себе. Надо залезть обмыться, чтобы не пахло.
человечиной. О, платичка красивая какая. О, хорошенько. Хорошенький размерчик. Маленький крючок, поэтому она боролась. Такая красотка. Давайте покажу вам свою поляну, в которой уже установлены две палатки. Одна баня с печкой, которую пойдем вечером, естественно. И одна палатка-шатер морж, в которой мы разместились и очень хорошо переночевали. Было свежо и обалденно. Печка немножко топила, но было совсем не жарко. Сейчас вот так вот все открыто, спальники свернуты. Такая вот красота. Вот здесь за палаткой в темноте вынесла абсолютно все продукты питания, потому что начали собираться осы здесь внутри, которые впоследствии вроде бы укусили собаку. Вот здесь вот можно развесить, посушить белье, повесили веревочку. Ну и, естественно, под вечер, еще чуть-чуть потом в лесу мы собираем, скоро можно будет подготовить дрова при помощи моей бензопилы от компании Redback. По крайней мере, ребятки, знаете, вот так вот и не скучно. Сидишь туда-сюда, потягиваешь вот это вот. Тебя постоянно поклевывает, и это прекрасно. Есть чем заняться. И оп, опять поклевочка. И есть вариант распаковки. И здесь рыбка тоже есть. Очередная поклевка, очередная рыбка. Ой, на этот раз неплохая вот такая вот плотвичка красивая. Так, мотыля лучше снять с себя, а то прилетят осы и решат, что можно меня съесть. Не, ну чуть-чуть. Может, что-то. Давай, чуть-чуть побольше. Вот так вот увеличили. Размер ножевки увеличили. Главное, чтобы на бровке там не зацепилось. Пришлось вот эти чуть-чуть поднять. Ну, что-то идет побольше. Сейчас посмотрим. Так. Что-то идет побольше. Посмотрим, что. Это уже что-то похожее на водичку. Ну, такого можно копить. Вроде подлещики должны быть как сосиски. А сопротивляются, как я не знаю кто. А предыдущий, между прочим, ребят, убежал с моим крючком. Слушайте, ну, чтобы не терять, давайте будем вот так вот делать. Это я заплевала крючки. На них тратить, перевязывать. Опа. Такой вот красавчик на бутерброд. Видите, большой бутерброд опарыша с пучком мотыли.
была поклевка на мотыля. Кручу-верчу, рыбу достать хочу, так сказать. Ну что тут у нас? Давайте посмотрим. Опа! Похоже на плотву, судя по сопротивлению. Да, вообще огонь, плотвичка хорошая. Огонь. Такая плотва. Блин, осы просто нереально задолбали. Что я могу сказать? Как и я ожидала, в принципе, рыба до сих пор есть на точке. Просто вот она не хотела брать на крупную наживку с... клевочка с большим крючком. Поставила меньше крючок, даже не ставила на дно удилище меньше крючок, просто ставила ставить мотыля, то есть уменьшила размер наживки, и все. И появились снова поклевки. Короче, хочешь ловить на рыбу, ребят, сиди на фидере, называется. Бесконечно под солнцем, не под солнцем, пофиг, под ветром. Просто сиди на фидере. Там атаковали осы, бляха-муха, рядом с едой, так я перенесла его сюда. Буду сейчас кофе пить. Опять прилетают. Слушайте, все прилетают и прилетают. А знаете, где они, оказалось, живут? И тут дупло недалеко, понимаете? Так и норовит волосы везде залезть, скотина, а? Так и норовят волосы позалезать, во. Так смотрится моя поляна со стороны озера, точнее водохранилища Вилейского. Вода, кстати, прозрачная. Подлещик. Самое время для того, чтобы установить баньку и, конечно же, попариться в ней вечером и снова поесть вкусного шашлычка. Банька моя морж 2x2, внутри пол, зимний. Такую палатку можно использовать и не только для того, чтобы париться, но и, конечно же, для того, чтобы в ней ночевать мой. Вот. И печь-контент, который я использую для того, чтобы ее нагревать. Нагревает почти до 100 градусов. Даже больше, наверное, на больше лучше не проверять, а то палатка сплавится. Поклевывать. Вот я села на федерат. И получается, постоянно перезабрасываюсь. Ставишь мотыля, пучок, неважно, что. Постоянно поклевывает. Ставишь 4 опарыша, вообще молчит. Ой, это я зацепила. То плотвичка, то какой-то подлещик залетает. Вообще подлещик больше любит объемную наживку. О, скорее всего, вот у этой рыбы солитер. Забрасывать и поставила на один фидер пучок червя, на второй фидер пучок опарыша. И сейчас хочу подготовиться к ночи
и сделал себе дрова своей супер электропилой. Значит, вот здесь вот снимаете пилу с предохранителя, загорается кнопка работа. И после обеда над поляной появился тенек. Теперь солнце только там, где Федера. Что там у тебя? Оса летает, да? Да, они улетают. Блин, они лезут, блин, к этим теперь, к нашим дровам, прикинь. Часов как раз есть время для того, чтобы попариться, но потом можно пойти на вечерний клёв. Значит, здесь у меня есть сумки, всякие настойки, все, что может не пригодиться, и даже бритва. О, господи, как-то странно, но намазюкала себе фейсяру, но ничего, вот прыщей трохи надо, чтобы поработала. Уже один раз солькой обмазалась, зашла, обязательно обмылась от этой соли, потому что она начинает щипать просто-напросто все. У меня разные соли, у меня есть соль с кофе, у меня просто есть очень вкусная соль. И вот говорят, что осы боятся соли и боятся кофе. И я вышла, и она меня жмякала. Масочку, это уже третий заход. И на третьем заходе я сейчас буду париться с веником, конечно же. Хорошо. Внизу сидишь, вообще комфортная температура. Чем выше, тем больше температура, естественно. Ну и внизу очень хорошо, очень. По цвету, да, видно сразу? Очередное полено надо. Что ты хочешь, Рыжи? Все, зазернул? Оп, все. Знаете, как это называется? Дождь в бане. Обожаю вот этот момент, когда запариваешь веник. Почему? Потому что сразу начинает пахнуть листьями того дерева, из которого он сделан. Сегодня у меня дубовый веник, который я купила, между прочим, в посылке «Красная». И этот веник уже третий раз я буду использовать, и он до сих пор нормальный. Этот веник просто супер. Хорош. О, хорошо. О. Хорошо. Костер вот так вот сейчас тлеет, но там есть угли, и в любой момент его можно запалить. Два федорочка стоят, потихоньку обжирают мотыля. Я жду вечера и, конечно же, буду делать сейчас... О, видите, загорелось само. Сейчас будем делать шашлык. Сзади вот такие вот облака. Я не знаю, будет от них дождь или нет. Ничего не передают. Я надеюсь, что дождя не будет. Но из-за того, что солнышко тут же спряталось за вот эти вот деревья, за горочку, сразу стало прохладнее. И пропали осы. Пропали осы, когда пропало солнце. Наконец-то. И там, на водохранилище, солнце есть. Блин, ребят, далеко увидела, как фигачит. Опа, опустила сюда. Так, сдалека. О, ну господи ты, боже мой. Трохи больше что-то, конечно, бойко, но давайте его сюда отведем.
Вот, ну так ёпсель матрёпсель. Покажись. Да, более-менее, ребятки, нормас. Сойдет. Все же не то, что было до этого, понимаете? Так, дружище, ну-ка сюда. Опа. Трохи больше, как говорится. А. Такой красавчик. Такой красавчик. И мы его вот сюда. Хоп. И снова я надеваю пучок мотыля. Еще даже не все мотыли пролезли туда. В норке, в ситечке. Поэтому можно и сверху брать. Они хоть и шевелятся, но пролазят потихонечку, по очереди. Опа! О, хорошо. Хорошо пошло, ребят. Хорошо пошло. Ой, как вкусно пахнет. Ребятки, сегодня шашлычок будет только вкуснее, чем вчера. Давайте. Сегодня он уже будет промаринованный. Хорошечно. Раз. Уже даже по мяску чувствуется, что промариновалось. Лучок промариновался. Все промариновалось. Два. Шашлычок, какой мой? Мой с самым толстым мяском. Вот так. Вот так. Это оператору. Пускай здесь лежит. А я сдалека не вижу, ребята. Там поклевка, прикиньте. О, какой подлещичек. Небольшой, но это наконец-то подлещичек. Явление Христа народу, так сказать. На два опарыша с пучком мотыля. Так, ребятки, ну, походу, наконец-таки, возможно, подлещик вернулся на точку. Сейчас посмотрим. Не крупный, но это подлещик. Да, ребят, второй уже. С ближней дистанции. Ну, и О! Отлепился. Ах ты! Ах ты! Кто-то, ребят, втихаря сидел, молчал. Мне ничего не видно. И вот что-то идет. Сейчас посмотрим. Так, вообще ни поклевочки, ничего. Что толку от этого колокольчика? Сейчас попробую его вешать, как это, коромысло.
Ого. Таких плоток мы еще здесь не ловили. Опа. Вот эта плотка нормальная такая. Да. Сочетание красный опарыш и пучок мотыля. Вот это хорошая плотвичка. Вот такая вот рыбалка с отдыхом на Вилейском водохранилище получились. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. Внимание, то, что я уезжаю с поляны и оставляю ее чистой. Кроме того, я походила по береговой линии и пособирала опавшие ветки, потому что у нас были очень сильные ветра. Поэтому, если вы хотите как быть как я, быть хорошей и убирать береговые линии, потому что кроме нас с вами этого никто не сделает, обязательно тоже проходитесь по полянкам и полите какие-нибудь лишние ветки и листья. Чистите береговую линию, чтобы можно было приятно приезжать и отдыхать. Baby, look. I'm finished, had a hand full of